Комитет Гомель-облимущества 18 и 20 сентября проведет аукционные торги. 18 числа на торги будут выставлены следующие объекты. В Будокошелево – один объект жилищного фонда, который находится по адресу улица Советская, 34. Это здание одноквартирного жилого дома с пристройками общей площадью около 78 квадратных метров. Начальная цена – 11 800 рублей. Также в этот день на торги будут выставлены два объекта недвижимости. Первый – в Осташковическом сельсовете Светлогорского района общей площадью 132,5 квадратных метра. Начальная цена – 17 600 рублей. Второй объект располагается в Сутковском сельсовете Хоникского района вблизи деревни Козелужье. Это кирпичное здание для размещения подразделений по чрезвычайным ситуациям общей площадью чуть более 188 квадратных метров. Начальная цена – 1 базовая величина. На аукционе 20 сентября будут предложены 7 объектов недвижимости. В Гомеле на торги выставлено здание кинотеатра общей площадью чуть более 3000 квадратных метров, расположенное по улице Юбилейной. Стартовая цена – около 640 тысяч рублей. Еще один объект выставлен на аукцион в Гомеле – это комплекс зданий, расположенных по адресу улица Братьев Лизюковых, 2А. Общая площадь – около 2500 квадратных метров. Начальная стоимость – около 337 тысяч рублей. Административное здание и гараж общей площадью чуть более 400 квадратных метров выставлены на торги в Речице. Объект находится на Заводском переулке. Начальная цена – около 413 тысяч рублей. Здание спортивного назначения выставлено на аукцион в деревне Лучицы Петриковского района. Общая площадь объекта – чуть более 1000 квадратных метров. Начальная стоимость – около 45 тысяч рублей. Двухэтажное кирпичное нежилое здание выставлено на торги в городском поселке Паричи Светлогорского района. Общая площадь – чуть более 400 квадратных метров. Стартовая стоимость – около 6,5 тысяч рублей. В городском поселке Октябрьский выставлено на торги здание органов государственного управления с подвалом, складом, двумя гаражами, уборной и воротами. Общая площадь – около 1100 квадратных метров. Начальная цена – чуть менее 30 тысяч рублей. Здание складов общей площадью 262 квадратных метра выставлены на торги в Мозыре по улице Малинина. Начальная стоимость – чуть более 56 тысяч рублей. Документы принимаются в Комитете Гомель-облимущества по адресу город Гомель, проспект Ленина, 3, кабинет 412. Подробности можно найти на сайте комитета или получить по номерам телефона в Гомеле 70 38 49 или 70 36 43.